радостны, что вы пришли и будете смотреть, как работают футболисты. Второе, у нас сегодня день рождения у Маргариты, которая заведует нашим питанием. Почему мы так сильно, хорошо, быстро двигаемся и играем? Это потому что нас хорошо кормят. Мы ее с этим поздравляем, и вся команда поприветствует. Поздравляю. Здоровья, счастья, любви, радости, чтобы все хорошо было. Ой, сегодня шикарная погода. Мы пришли на тренировку. Впечатлений уйма. Ребят болеем, посещаем регулярно матчи, каждый матч не пропускаем, имеем абонементы. Команда набрала обороты, и мы верим в нее, мы рассчитываем на то, что она будет играть в РПЛ в следующем сезоне, в следующем году. Приятно наблюдать за тем, как наши игроки упорно тренируются, чтобы отвоевать первую строчку и закрепиться, главное, на ней. Спасибо большое организаторам за предоставленную возможность побывать на открытой тренировке, причем на Ростех-арене, в комфортных условиях, все супер, все нравится, людей много, как обычно, поддерживаем родной клуб. Пусть настраиваются на последнюю игру, только победа, первое место и спокойно в отпуск. Ну, рад за ребят и пожелаю только им удачи. Очень рад видеть команду перед заключительным матчем этого года. Очень много болельщиков, хороший для Калининграда праздник. Погода не подвела в этот раз. Надеемся, что на крайней игре этого года будет больше болельщиков, чем было на последнем матче. Верим в команду, что у нее все получится в этом сезоне. Ребята, удачи. Мы все вместе с вами.